По национальному проекту продолжат приводить в порядок и дороги областного центра. Окончательный список на 2020 год огласили сегодня на совещании в мэрии Ярославля. В него вошли 20 магистралей на двух объектах. Это Тутаевское шоссе и Добрынинский путепровод. Работы уже начались. Изначально список состоял из 18 пунктов. Сейчас чуть-чуть изменился. В него добавились, к примеру, улицы Пушкина и Карабулина. Какие включать и какие еще могут подождать, решали вместе. Конечно, учитывалось пожелания горожан. Обсуждали с главами администрации, общественниками и госавтоинспекции. Я отмечу, в 2019-м привели в порядок только 9 магистралей. В городской администрации объяснили разницу. В этом году не только ремонтировали, еще реконструировали и строили. Это обходится дороже. В будущем будет только ремонт. Федеральная программа рассчитана до 2024 года. Мэрия планирует привести в норму более 86% городских магистралей. В первую очередь мы промониторили те улицы, которые необходимо провести в нормативное состояние, провели технический осмотр этих улиц, проработали с инженерами в части объема выполняемых работ, исходили из объема финансирования, ну и, соответственно, удалось нам найти вот такое решение, чтобы увеличить объем улиц и в 2020 году в нормативное состояние привести 25 километров. Этот перечень более или менее имеет окончательный вид, но тем не менее в рамках экономии денежных средств планируются еще дополнительные объекты. Что касается работы с общественностью, то здесь проводились опросы, здесь участвовали ОНФ в проведении этих объектов, выявлении этих объектов. Ну и кроме того проводились общественные совещания, на которых могли присутствовать жители и высказывать свои замечания.